Как сохранить отношения с друзьями, если они не хотят со мной дружить, а мне очень нужна их дружба. Чувствую себя одинокой. Здравствуй, моя радость. Никто из нас не одинок, так как с нами всегда Господь. Даже когда мы этого не чувствуем, Он нас поддерживает. И особенно Он близок, когда рядом не оказывается верного друга. Обратись к Нему, и Он обязательно тебя услышит. И у тебя обязательно появятся друзья. Вот увидишь. Просто по своей огромной любви Он ограждает нас от злых людей и готовит встречу с добрыми. Главное самой стараться быть добрее. Тогда и друзья будут окружать тебя добрые и надежные. Храни Господь тебя. Всего доброго.